Отже, на жаль, сьогоднішній день почався з чергової трагедії для України. Україна, власне, переживає вже стільки цих трагедій, що все одно, знаєте, чергова зачіпляє за живе, за душу. Бачили, що сталося в Броварах, загинули діти, на дитсадок впав гелікоптер, загинуло керівництво МВС. Власне, про зараз версії слідчі розбираються, чи це була диверсія, чи це була несправність гелікоптера, чи порушення правил польоту. Але загалом журналісти зараз на місці подій спілкуються з очевидцями, і вже є отакі коментарі на кшталт, що гелікоптер з керівництвом МВС на борті горів ще в повітрі. От, зокрема, зважаючи ці всі факти, якщо співставити, те, що керівництво летіло у гарячу точку, можна зараз говорити, що версія диверсія може бути одною з основних? Ну, основная вряд ли, скорее всего, все-таки второстепенная, так как ни маршрута полета никто не знал, и вертолет они все-таки под контролем, под определенным охраной, так что вряд ли это основная версия. Основная версия – это все-таки неисправность техники, может быть, ошибка в технике пилотирования пилота, а третья версия – это уже внешнее воздействие, оно может быть и внутреннего характера или, допустим, внешнего характера, потому и то возможно, но не основное точно, как одна из второстепенных версий, да. Ну, загалом зараз пишуть різні ЗМІ, що цей вертоліт, який впав в Броварах, був куплений Францією у 2017 році, і, мовляв, саме ця модель мала низку вроджених технічних проблем. Загалом, як відбувається підготовка до такого важливого польоту із такими важливими людьми? Невже хтось міг би допустити ось цю технічну проблему і відпустити в політ цей гвинтокрил? Ну, технічно. Такие неисправности, они возникают не специально, они возникают по определенным, из-за определенных моментов, связанных как раз с техникой. Техника может ломаться, это все прекрасно понимают. Есть определенные штатные и нештатные ситуации в полете и действия экипажа на штатные или нештатные ситуации, которые могут в полете развиться. Экипаж был подготовлен к выполнению полета, по крайней мере, есть такое заключение уже как минимум стартово. Ну, его, если бы не подготовленный экипаж, его в полет бы никто не выпустил, потому однозначно экипаж был подготовлен. Версия неисправности, почему? Потому что все-таки и приведшая, допустим, к такого рода жертвам, так как вертолет сам по себе – это машина, которая практически где сломалась, она там и падает. Вот, если особенно такого уровня, там, с загоранием или с отказом управления, просто это не самолет. Это самолет может с качеством 10, допустим, с высоты 1 километра, 10 километров еще пропланировать, практически двигаясь самостоятельно, даже без управления. А вот вертолет – это такой летательный аппарат, который падает сразу. Потому здесь, может быть, и определенные моменты, связанные с нарушением полетного задания или с техникой пилотирования. Но гадать, это называется гадание на кофейной гуще. Есть комиссия, которая сейчас займется расследованием. Я думаю, предварительное расследование мы услышим в течение недели, а окончательное будет через несколько месяцев, после того, как будут проведены основные экспертизы. Они очень длительные в этом смысле, тем более с привлечением, скорее всего, и французских партнеров по этой катастрофе. А вот предварительные версии, я думаю, мы уже более-менее реальные. Мы услышим неделю, ну максимум две. Що ж, будемо чекати, звісно, офіційної інформації.